Всем огромный привет! Сегодня я хочу с вами поделиться, как можно украсить вот такой вот очаровательный торт в виде куклы Барби. Торт я уже собрала. Здесь я испекла 2 бисквита, каждый на 5 яиц, размером 20 сантиметров. Куклу я обработала спиртом и завернула ее в пищевую пленку. Сейчас немножко вырежу небольшое отверстие, чтобы поместить туда куклу. Торт я буду украшать белково-заварным кремом. И вот я уже заварила крема на 6 белков. Я думаю, этого мне хватит. Для начала я хочу сделать, чтобы юбочка была немножко повыше. И обрезаю небольшие кусочки бисквита по всем сторонам торта и прикладываю, вот видите, на крем. И потом буду промазывать весь торт белково-заварным кремом. Крем я уже красила в розовый и красный цвет. Чтобы более насыщенный был красный цвет, я добавляю туда бордовый и красный краситель. Деревянной палочкой намечаю края платья, где у меня будет передняя часть, а где задняя. Насадкой маленькая роза красным кремом, она у меня без номера насадка. Буду делать кружево на платье. Просто отсаживаю крем и вращаю рукой вверх и вниз. Насадкой номер 127 розовым кремом буду отсаживать такие же кружева, только сзади. И они, вот видите, насадка побольше, и кружева такие более большие и объемные. Thank you.
Вот такой вот насадка звездочки, она у меня без номера. Буду отсаживать просто звездочки на верхнюю часть платья. Также маленькая насадка, я сделала кружева вверху, только вот не заснялась на видео, извините, конечно, так получилось. И вот такой насадкой звездочка отсаживаю ракушки, делая как будто бы это окантовку платья с одной и с другой стороны. Вот само платье готово, сейчас хочу посадить розы на платье. Розы я буду делать насадкой розы номер 127. Отсаживаю немножко крема. Загибаю, делаю вот такую вот верхушку. И начинаю отсаживать лепестки один за одним, начиная от серединки предыдущего. Если нужна вам большая роза, нужно отсаживать побольше лепестков. Чем больше лепестков, тем больше роза получится. Но я хочу сделать на платье, чтобы сначала были розы побольше, а к низу совсем маленькие розочки.
и к низу платья их совсем уже тяжело отсаживать розы, поэтому помогаю палочкой, очень удобно. Так они будут держаться хорошо на платье. Насадкой листок зеленым кремом отсажу листики возле роз. Для украшения платья добавлю бусины. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо, что были со мной. Всем пока-пока!